Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Какое оружие ты хочешь? Ну хорошо. Найди магическое заклинание, которое можно использовать как оружие. Ну хорошо. Могущественное заклинание. 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 Ну хорошо. Это все?
Thank you.
Наконец-то это свершилось! Бог с моими руками. Ты человек с мечом против богов. Я обреку твое сердце на вечные страдания. Несмотря на то, что она богиня, она все же далеко не так могущественна, как хочет показаться. Без помощи человека она практически бессильна. Не грусти, мой друг. Мы еще увидимся. Только в другом мире. Это еще не конец. Перед нами лежит неизведанное будущее. Согласно легенде, в 1525 году новый император положил конец злу. С тех пор этой богини больше никто не видел. Однако, к сожалению, далеко не все, о чем говорит история, является истиной. Человечество никогда не сможет узнать о настоящих событиях прошлого, которые живут в легендах. Но легенды несут в себе большую долю фантазии. Наша жизнь — всего лишь приходящая иллюзия, которая придает историческим событиям небывалую славу. Хроника событий навеки запечатлена на исторических документах. Но есть еще один источник знаний — наша память. Я всегда буду помнить о том, что повлекло за собой пришествие злой богини —